2020 год, прошедший под эгидой коронавирусной инфекции, запомнится сотрудникам прокуратуры снижением числа преступлений и увеличением раскрываемости. В частности, сократилось число квартирных и дачных краж. Что повлияло на снижение статистики, покажет предстоящий анализ. Вместе с тем, в прошлом году заметно выросло количество грабежей сетевых магазинов и кибермошенничеств. Как правило, все киберпреступления связанные с звонками пожилым и не только людям, в ходе которых заставляют их перевести тем или иным способом денежные средства на счета граждан. Взрыв на улице Гагарина в Орехово-Зуеве стал поводом для прокуратуры инициировать массовую проверку домов с газовым оборудованием. Вопрос был взят под особый контроль. Управляющие организации проверили все шахты в квартирах и домах, где у нас установлено газовое оборудование, для того, чтобы у нас, не дай бог, не повторилось такая трагедия. Сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений. В 2020 году раскрываемость убийств, изнасилований и насильственных действий сексуального характера составила 92%. У нас значительно уменьшились сроки расследования уголовных дел, то есть дела стали расследовать более качественно и быстрее. Прекращено уголовное дело в отношении молодого человека, подозреваемого в вандализме. 14 июня он на своем автомобиле заехал на территорию парка в микрорайоне Лиас, повредив конструкцию фонтана. Сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей. И поскольку он подозревался в совершении преступления небольшой тяжести, полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся, в полном объеме возместил причиненный им ущерб, судом ему было назначено наказание в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей. Всего же в прошлом году с участием гособвинителей было рассмотрено 1232 уголовных дела, что на 70 дел больше, чем в 2019-м.